look how many cops are here, though. Yeah, I'm guessing this is where my highway patrolman has to be. Look, there's part of it. See? I think there might be a Ferrari the way that's angled. Yeah. Look, you get there's still part of it in the street down there. Они ему за это там делают его свидетелем. Там идут навстречу, там небольшой срок только за бродяжничество. Блядь.
Браво, браво, браво. Давай аккуратно, только. Стой. Молодец. Умничка. Все, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Молодец. На эвакуатор ты можешь потащить туда. Что-то ни разу не потащил у меня этот. Опа! Может, телефоном оставить свой? Мало ли по регистратору посмотрим, данные будут нужны. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки. Там автобус, который ездит, вылезет. Ух ты, ебать! Ух, ебать! Пизда трупа, нахуй! А есть регистратор? Регистратор есть у тебя? Что? Регистратор. Нет, у тебя есть? Да, помню, я встану у тебя. Дай, пожалуйста. Дурак ебаный. День в студии Савелий Степанов, и напротив меня гости Нина Андреевна Солнцева, пресс-атташе больницы на Тургеневской. Это ведущее лечебное учреждение в столице, которое постоянно радует нас хорошими новостями. Нина, добрый день. Здравствуйте, Савелий, очень приятно вас снова увидеть. Взаимно. И сегодня я хочу обратиться к нашим слушателям, которые еще не знают о том, что наша интимная... Ёбаный ты в рот, блядь, урод, блядь. Чё, блядь?